для того, чтобы под текстом в один столбец сделать сноски. Два столбца. Я знаю только один вариант. Через скрипт Corel. Начиная с InDesign 2017 года, есть функция разделить на две колонки сноски, но я ею не пользовался, поэтому ее не знаю. Выделили фрейм. Выполняем. Получили сноски. Ну а дальше уже вручную регулируем высоту, исходя из наших пожеланий. При этом у нас грепа захватывает первое слово каждой строки. Тут, смотрите сами, где стили захватили. Это уже другая ведомость. Другое дело, что именно в этом документе все остальные сноски улетели в тартарары. Я не могу сказать почему. За все годы работы со скриптом ссылки не улетали, поэтому я затрудняюсь сказать. И что делать, тоже не знаю. Ссылки должны выглядеть следующим образом. Текст в один слой, в один столбец, сноски в два столбца, чтобы можно было регулировать их количество. Спасибо.